Смертельное ДТП произошло сегодня в районе западно-таркосолинского газового промысла. Губкинская семья возвращалась из Нового Уренгоя. На 525-м километре трассы Сургут-Сальхарт их автомобиль столкнулся с грузовиком. В машине находились трое – отец за рулем и два пассажира. Его супруга – директор лицея и депутат Думы города Губкинского Малюгина Елена Викторовна и их дочь. 6 декабря около 12 часов дня, находясь на 525-м километре автодороги Сургут-Сальхарт, 54-летний житель города Губкинского, управляя легковым автомобилем марки «Тойота», направлялся со стороны города Нового Уренгоя в сторону Губкинского, в результате чего произошло столкновение со встречным автомобилем марки «Скания». В результате ДТП несовершеннолетний пассажир скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Второй пассажир 1974 года рождения доставлен каретой скорой помощи в медицинское учреждение. Уже в больнице Елена Викторовна скончалась. От коллектива телерадиокомпании выражаем искренние соболезнования родным и близким семье Елены Викторовны. Причины аварии выясняют следователи. Инспекторы призывают губкинцев быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.